Всем доброго времени суток, друзья и подписчики канала. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот наборчик. Артикул 3565 от фирмы Masterbox. Такой вот нестандартный, так сказать, сюжетный поворот. Операция Milkman. Данный набор будет использоваться тоже на диораме. Смазанный шедевр на холсте войны. Очень оригинально вообще, очень интересно. И самое главное, что аналогов у данных наборов нет. В принципе, очень часто мой выбор падает на фирму Masterbox. Взять диораму где-то в Европе, там тоже практически везде Masterbox, потому что аналогов у их сюжетных линий очень мало. Зачастую представлены они в единственном экземпляре именно этой фирмы. То есть они как-то пытаются экспериментировать. Ну да ладно. В наборе идет две коровы, коза. Причем одна корова и коза идут бонус, как видите. Фигуры в интересных позах. Покажу. Вот они наши. Коровы и коза. Честно, я не знаю пока, как это вообще будет все выглядеть, потому что для меня это первый опыт работы с домашними животными. Но судя вот по чисто визуальному какому-то восприятию, сделано все очень неплохо. То есть пролито все тоже неплохо. Есть небольшой шов от пресс-форм, но это мелочь, он зачистится, его и видно не будет. У коров проработаны ребра, то есть детализация более-менее у коров качественная, то есть очень интересно. Рога, уши, в принципе, все нормально. Коза тоже нормально выполнена, то есть и шерсть, и вымя, и все как надо. Посмотрим, как будет стыковаться, как будет расписываться. Фигуры. Вот чем мне нравится Masterbox вообще. То есть вот у них у фигур очень много всегда идет амуниции. То есть там и лопатки, и котелки, и противогазы, и скатки с гранатами, и чего только не дано. У Дрэгона вот с этим, конечно, небольшая проблема. Вот собирал я снайперов там, то есть очень-очень мало амуниции дано. Не знаю почему. Я считаю, что пусть лучше она останется лишней, если она будет не нужна. Ну да ладно. Фигуры. Лица. Выполнено очень неплохо. Очень качественно. Складочки не замылены. Небольшой облой есть вот на... Но это такая мелочь, несущественная. А так все очень неплохо. И сухарные сумки пролиты нормально. Крышка на котелок тоже вот выполнена неплохо. Сами котелки тоже очень качественно сделаны. В общем, набор оставляет приятное впечатление, вот чисто визуально. Я не знаю, как по стыковке, но вот по стыковке на прошлых наборах, который я использовал от этой фирмы, проблем не было. Есть небольшой облой вот здесь. Придется немножко здесь вот поработать. А вообще вот видимых проблем каких-то я не вижу. То есть все выполнено довольно-таки качественно. Оружие отлито тоже качественно. Думаю, проблем в сборе данного набора не будет. Надо будет сделать ремни только и использовать. Не знаю, как буду использовать, если честно. То есть в том виде, который предлагает мне Masterbox, вот в данном виде, вот,
Или все же буду как-нибудь переставлять, крутить, вертеть, конвертировать. Пока не могу ничего сказать конкретного. Единственное, что могу сказать, что набор оставляет приятные впечатления. В плане качества. Ну а в плане сюжета вообще это все изумительно. Кому обзор показался полезным, подписывайтесь на новые видео. Скоро у нас на канале будут обзоры еще на 3 вот таких набора. Зима 41 года. Сельские жители времен Второй мировой войны. И вот такие вот ребята, которые тоже очень неплохо впишутся в сюжет диорамы. Кстати, вот по зиме 41 года я изготовил окоп. Скорее всего, они будут использоваться вот на этом окопе. Только единственное, его будут заснеживать, заливать окоп внутри водой полностью, делать лед. Вот такой вот будет виньеточка небольшая, приятная. Кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, жмите палец вверх. Всем пока!